Каждая работа словно маленькая история о градообразующем предприятии в Железногорске горняцких семьях. Яркие рисунки, интересные поделки, красочные картины, коллажи. Такой фейерверк творческих работ радует глаз. Но, безусловно, является предметом споров и долгих дискуссий для конкурсной комиссии. Мы особо всегда отмечаем выставку «Жемчужина КМА». Почему? Потому что все-таки существует определенный подход у каждого ребенка, у каждого педагога к этой выставке. Для того, чтобы что-то изобразить, прежде всего педагог и ребенок должны изучить материал. Материал – это о истории ГОКа, материал о традиции ГОКа, эмблемам ГОКа. Поэтому уже у детей вырабатывается особый интерес к своей работе. Конкурс детских работ проводится по инициативе Управления корпоративных коммуникаций комбината. Финансирует это творческое состязание компания «Металлоинвест». Организаторами являются Управление образования, Центр детского творчества и Михайловский ГОК. Рисунки и поделки разные по технике, мастерству и тематике, но в творениях ребят чувствуется индивидуальность. Ведь каждый юный живописец вложил в них часть своей души и постарался полностью раскрыть заявленную тему. Приятно отметить, что очень хорошо открыта тема истории Михайловского ГОКа. Если раньше работ было этих очень мало, то теперь дети стараются узнать больше о градообразующем предприятии. Техники использованы, но различные. Как уже отмечали коллеги, то декоративное прикладное творчество в этом году работ представлено намного больше, чем изобразительного творчества. Ну и заседало жюри и отмечали, конечно, исключительно детские работы, только с малой долей участия взрослых. Члены жюри оценивают творения ребят по специально разработанным критериям, в числе которых соответствие тематике конкурса, сложности работы, возрасту автора. Также учитывается непосредственность и оригинальность. Победителей и лауреатов конкурса ждут дипломы и подарки от компании «Металлоинвест». В канун Дня металлурга лучшие работы украсят фойе Дворца культуры.